Всем привет! У нас есть ролик, где мы фрезеруем огород зимой по снегу. Его можно посмотреть в плейлисте «Огород без хлопот» или «Мотоблок и его возможности». Под снегом были листья, скошенные седераты и перегной. И нам казалось, что это все перемешанное со снегом и землей до весны перегниет. Но этого не произошло. Вот так наш огород выглядит сейчас. Все это не перепревшее будет мешать нам проводить всякие весенние работы. Скородить, маркировать, делать борозды. Так что целесообразно сделать повторную фрезеровку почвы. Я думаю, никому не интересно смотреть, как человек 2 часа бегает с мотоблоком по огороду. Так что мы этого не снимали. Покажем только конечный результат. Вот так выглядит огород сейчас. Можно сравнить до и после фрезеровки. Чтобы добиться такого результата, пришлось фрезеровать вдоль и впоперек. Один раз на первой передаче, а второй раз пробежались на второй повышенной. Напомним, что у нас дизельный мотоблок, 6 лошадиных сил. Ну а на сегодня все. Не забываем подписаться. А кто подписан, проверяйте подписку, потому что YouTube часто отписывает. Пока!